Привет, вы снова на канале Взлет. Меня по-прежнему зовут Ольга, и в этом видео я показываю по вашим многочисленным просьбам свой заказ из первого каталога 2024 года. Я надеюсь, что ваши новогодние праздники прошли великолепно, вы смогли отдохнуть, и давайте же посмотрим мою распаковочку. Поехали! У меня сейчас очень много съемок, обзоров, новинок. Ждите новое видео на нашем канале. И у меня небольшой заказик. И я просила у вас, чтобы вы отпустили меня с этим форматом, чтобы я могла полностью погрузиться в новинки. Но вы так просите и пишите мне в телеграм-канале Баблик, и пишите в комментариях на YouTube, чтобы я все-таки показывала вам свои заказы. Поэтому давайте быстренько пробежимся по продуктам, которые сейчас лежат в моей коробочки. По акции «Найди свой баланс». Еще в прошлом каталоге там у меня были практически одни wellness-пэки и вот эти полотенца, поэтому я не показывала свой заказ. Такое название у них красивое — «Архипеладжо», и очень симпатичный цвет. Если вы давно смотрите мое видео, то вы знаете, что я фанатка вот этого летнего полосатого принта, и безусловно, полотенца мне эти очень нравятся. Хотя я их еще не распаковывала, наверное, сильно вам шуршит. Сейчас вместе с вами я буду их рассматривать. Конечно же, как и всегда, у Oriflame полотенце перевязано. Посмотрите, какой атласной лентой. Безумно мне нравится вот этот мятный оттенок. И здесь три полотенчика. На ощупь это махровые полотенца, которые будут хорошо впитывать влагу. 100% хлопок, полученный из экологически чистого сырья. Большое полотенце шикарного просто размера 70 на 140, здесь маленькое полотенце 50 на 70, и полотенце для лица такая салфеточка 30 на 30. Ну, у меня в ванной комнате есть комплекты полотенец на всю семью, поэтому когда я вижу вот такую милоту, я даже не знаю, где... мне очень хочется использовать, мне очень хочется именно эти полотенца добавить в свой уход, но надо подумать. Ну что, я буду одна с такими шикарными полотенцами? Я даже не знаю, какие у вас будут предложения. Давайте, пишите в комментариях. Мы в этом формате с вами болтаем, поэтому я почитаю все, что вы пишете. У меня два варианта общения с вами. Это в комментариях на YouTube и в комментариях в моем Баблике. И там я очень часто, я там каждый день читаю все ваши отзывы, все ваши обращения ко мне и учитываю их при планировании будущего контента. Следующий продукт вы уже видите, торчит. Ну, наверное, вы сейчас видите в каждой распаковке. Мне еще потому не хочется снимать эти распаковки, потому что мне кажется, что они просто заполонили сейчас все. И мое видео — это просто, ну, как бы, еще один обзор того же самого. Ну, мне просто это, как творческому человеку, ну, стало неинтересно. Но, тем не менее, давайте смотреть. Силиконовая форма. Жду ваши рецепты. Наверняка уже многие из вас это силиконовая форму по акции активности получили. Надо было сделать 50 баллов в прошлом каталоге, в 18-м. И в заказе, по-моему, на 10 баллов вот этого первого каталога вот такая формочка пришла за 199 рублей. У нее твердая основа. Что будем делать здесь, девочки? Мне почему-то представляются какие-то желе, которые можно заморозить. Ну, я вижу уже, что кто-то маффины печет. Ну, давайте что-то интересное. Я бы какие-то омлетики здесь сделала, например, с зеленью, сыром. Какая у вас еще будет рекомендация? Какие вы свои любимые рецептики планируете запечь в этих формочках? Мне все-все-все будет интересно. У меня опыта вот с такими силиконовыми формами очень мало. Какие у меня были? Они были без такого твердого, ну, назовем так, основания. И когда я в них что-то заливала, они прям расплывались и растекались. Здесь, мне кажется, будет история покрепче. Обожаю просто акции активности от Oriflame. Вот праздник каждый день. Как называлась акция, так и все акции компании можно назвать праздник каждый день. Что же непосредственно в заказе? Это зубные пасты. По-моему, всегда будут у меня в каждом заказе, потому что семья моя большая. У меня две уже взрослые дочери, которые учатся в Москве. Младшая дочь живет с нами. То есть 5 человек. Зубные пасты только летят. И
я заказала мои любимые освежающие, прозрачные, гелевая текстура и свежесть, которая сохраняется надолго. Сколько я покупала зубных паст в магазинах разных брендов, знаете, вот в качестве эксперимента. Иду, думаю... возьму, попробую, а вдруг вот отбеливает как-то вот так вот по-особенному, вот что-то там в этой пасте вдруг и правда есть. Паста Oriflame Forever лучшие просто, вот ни одна паста, и на iHerb я заказывала в свое время, еще мне не удивило меня настолько, чтобы я сказала, да, вот та паста лучшая, буду теперь пользоваться другими. И моя любимая паста для чувствительных зубов, обращаю всегда ваше внимание, что она меньше, в ней 75 миллилитров, а в традиционных всех остальных 100 миллилитров, но тем не менее она мне очень нравится, она действительно снижает чувствительность зубов, и у нее тоже очень приятная гелевая полупрозрачная текстура. Одна вот такая паста, и еще в запасе у меня штучек 5 еще есть. Также я заказала жидкость для снятия лака, опять же у нас 3 взрослые девочки в семье, мы постоянно снимаем лак с ногтей, делаем маникюр, и поэтому это средство, несмотря на то, что достаточно экономичное, мне хватает, в принципе, если у меня светлый лак, то одного ватного диска, вот смочить и снять все ногти, максимум 2 ватных диска. Если темный лак, то может потребоваться чуть побольше, темный или яркий какой-то. И вот эта жидкость, это всегда мой выбор, потому что она ухаживает за моими ногтями, она не разрушает их, и ногти мои остаются крепкими, не ломаются и не слоятся. Еще в моем заказе также. Это вот, знаете, постоянные мои must-have. Мне кажется, что вы уже наизусть знаете то, что я люблю. Зубные пасты, жидкость для снятия лака, вот такие спреи, дезодоранты, антиперспиранты. Когда со скидкой, я всегда беру у меня один в запас, 2 в использовании еще для дочек своих старших. А если с серой крышечкой со скидкой дезодорант, наверное, все-таки... Хоть я и всеми пользуюсь, но этот все равно остается моим самым любимым. То значит, он точно будет в моем заказе. Цена, кстати, сейчас и на пасты, и на дезодоранты 279 рублей. Ну, мне кажется, что нормальная такая средняя цена по рынку. Также в каталоге номер 1 сейчас есть ряд продуктов, которые можно заказать с дополнительной скидкой, если ваш заказ на 2000 рублей из этого каталога. Поэтому в моем заказе вот такой питательный коктейль, он обошелся мне в 2159. Очень люблю акция Oriflame, я посматриваю за ними в чате, и вы также можете пользоваться всеми акциями, если оформляете личный кабинет по моей ссылочке вот здесь вверху, либо на код вы наводите свой смартфон, переходите в анкету и получаете доступ для входа в личный кабинет. Мой ассистент после этого добавляет вас в чаты, где вы постоянно отслеживаете подобные акции и можете с очень хорошими скидками заказывать вашу любимую продукцию. Питательный коктейль может заменять приемы пищи в том случае, если вам надо перекусить, нет еды у вас под рукой, некогда готовить, и в том случае, если вы снижаете вес и хотите уменьшить калорийность своего питания. Обзор на коктейль у меня есть. Скорее всего, канал Взлет пополнится видеообзорами на обновленную линейку Velocify. Также при заказе на 2000 рублей из каталога можно заказать мою любимую тональную основу Fluid Giordani с пипеткой. Я всегда ее беру в оттенке слоновая кость. Обожаю, как она лежит на лице. У меня несколько сейчас тональных основ в ходу, в том числе я использую новинки, присматриваюсь к ним, тестирую новинки Giordani, но все равно, если мне нужен беспроигрышный макияж, тонкое покрытие, ровный тон кожи, идеальный просто бархат какой-то на лице, то я всегда выберу вот эту основу Giordani с пипеткой. Только бы Oriflame оставил эту тоналку в каталоге. Иначе я возьму, наверное, я не знаю, сколько можно взять запас тональных основ. Ну, наверное, штук 5 точно, если вдруг ее будут снимать. И сейчас идет такая акция. Я не до конца, если честно, не разобралась в связи вот с огромным количеством съемок.
к новогодним праздникам, стартовая программа. Если новичок регистрируется и проходит шаги стартовой программы, то у меня в личном кабинете и у вас точно так же, если регистрируется новичок, появляется возможность заказать также продукты на определенную сумму, какие вы хотите из каталога. И я увидела, вот когда делала заказ, что я могу заказать на 2000 рублей продукты, которые обойдутся мне в 49 рублей. Как вы думаете, что я заказала? Это, наверное, один из самых приятных, одно из самых приятных открытий для меня прошлого 23-го года из-за запусков новинок. Это очищающие средства NaVeg Plus. Потому что прошлый гель NaVeg, гель-тоник, он мне не подходил совсем. И это средство, которое вот моя кожа не воспринимала. И я очень скептически отнеслась к запуску, подумала, ну, давайте посмотрим. Но я все тестирую, все проверяю на своей коже. Она у меня достаточно чувствительная, сразу впадает в сухость, либо в раздражение, если вот малейшее что-то в средстве не нравится. Вот этот очищающий продукт подошел моей коже просто идеально. У меня отпала потребность вообще, в принципе, заказывать, использовать, тестировать какие-либо другие. Раньше у меня было несколько видов на разные какие-то задачи, когда я с макияжем, когда я без макияжа, когда мне требуется усиленное очищение, когда я могу просто с утра встать, и это, например, Love Nature было средство. Кто-то из девочек недавно пошутил, что я перестала заказывать Love Nature, цена на него упала. Ну, возможно, закономерность есть, потому что раньше было в огромном количестве это средство в моих заказах. Сейчас все буквально очищающие продукты мне заменил вот этот гель NaVeg. Просто лапочка, просто обожаю. Уже вот этот третий. И когда я увидела, что я могу взять продукты на 2000 рублей, заплатить 49, гель NaVeg, сразу же мой заказ полетел. Со скидкой очень редко можно поймать. И он 1600 стоит по каталогу, и я пыталась добавлять другие продукты какие-то, поняла, потому что надо добавить на 2000 по ценам каталога, который в данный момент. И добавила подтягивающий крем для век «Королевский бархат». Тоже обошелся мне вместо 399 рублей в 49 рублей. Очень удобно, надо сказать. Хорошая акция. Спасибо, Ariplay. И продукт вместо платы за доставку полетел в мою корзину в этот раз. Карандаш черный для макияжа глаз Giordani Gold. Я использую точно такой же коричневый, но увидела, что в принципе по цене черный получается выгодно. Учитывая, что доставка в наш регион стоит 175 рублей, а карандаш мне обошелся в 367. Это значит, что где-то около 200 рублей стоил мне этот карандаш, если бы я заплатила еще и плату за доставку. Надеюсь, вы поняли мои расчеты. Есть такая программа в Oriflame, либо вы оплачиваете доставку в свой регион своего заказа, либо выбираете какой-то продукт из предложенных. И это очень удобно, выгодно. Вот теперь у меня появился вот такой карандашик. Можно сказать, что я заказала его за 200 рублей. Вот такой мой заказ по первому каталогу. Делитесь быстро в комментариях, что заказали себе вы. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и нажимайте обязательно на колокольчик, чтобы получить оповещение и посмотреть видео о новинках Oriflame на нашем канале самыми первыми. Пока-пока!